Молочные пусть они сами сдают. У них видела в хате? Богиня! Ух ты! Да. Та лето летнее, та ты гля! Не обдурили. Можно было куртки вообще не одевать. 25 градусов сегодня. Ну, сейчас, наверное, еще пока только 20, да? Любаня, ты свой телефон взяла? Бо Макарова у Светки оставили. Взяла. Взяла. Вот и все. И пописали, и пописали. Да. Снимают, воруют. А потом тебе же и предлагают. Семья алкоголиков. Да. Сколько можно бухать? Ну так, сколько нужно, сколько против. О, а что дедушка с бабушкой предлагают? Журналы почитать? Готовить. Свидетели Иеговы. Ой, как я их люблю, я их обожаю. Так, сейчас. Причем они знают все языки. Да. Ну что, начинается поход опять с бутылок. Не, попрошайте. Давай. А там он человек. Я знаю. Я в очередь встану за человечком. Мои сегодня с автомата купили. Но я стою в очереди. Цветов тут нет. Мы сюда ходим, потому что единственный хлеб, который кушает Макаров, черный батончик такой, он только на это продается. Хочешь заснять? Будет рука. Можешь брать. Ага. Он сейчас. Что, прям руку рисует? Да. Знаешь, какой умный аппарат. Да. Ага. Это я его научу. И... Ну, сейчас, смотри. А. Хватай, хватай. Что хватай. Ты? Хватай. А что писать? Ого! Я подумала, что оттуда вылезет. А, так ты еще и со своим стаканом приходишь? Ну да. Ты ж какие экономные, а Макаровы. Ты что, тут молодцы. Очень много. Так вы вот это в качестве бутылки сдадим, будут деньги, не переживайте. О, экономисты. Так, ну что, моя очередь. Итак, поехали. Ой, какая у нее длинная дорожка. Видите, она же их расфасовывает, кому куда ехать. Раз. Раз. Это, наверное, другая дорога. Ага. Видите, прямой ход открылся. А, загреб туда бух. Так. Сколько там уже денег? 2 евро. Мне еще одна есть. 2,25 будет. А стеклянные бутылки получаются по 8 копеек. Хотя я бы их ставила дороже. Талончик, пожалуйста. Делаем. О, видите? Молодец. Блин, тут только одно колесо чего стоит. Все, взяла себе такую. Машину не завидуйте. Там одним ключом. Так, как местность называется? Райсфилд. Райсфилд? Да. Это что? Это такой городочек маленький. Село. Ну. Ну тут они... А там вот это вот... Это вас туда ждут, мы заказали. Да? Да не, не надо. Мы пойдем. В гольф? Не, это я забыла, пинг-понг, по-моему. Да? Да. А они что, и учат? Не-не-не-не. Ой, а он какой-то трамвайчик стоит, который на экскурсии, наверное, возит, да, вот этот? А, да, таких развозят по... Блин. С ключами тебе сейчас расскажем, такой блок. Давай, 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 так я же уже включила. Короче, семейный отдых. Лиля таки хочет пойти в пинг-понг поиграть. Не-не-не-не-не-не-не. Но этот городок побольше вашего, да, Свет? Нет. Нет? Нет. Нет. Это, нет. Это больше, как они называют. 1010, наверное. Аусорт. Нет. Что такое Аусорт? Сейчас скажу правильно. Вот поселок городского типа? Типа, вот да. Такое, да. Дорф. Дорф. И здесь мы приехали в столовую.
типа. Нет, сейчас ты увидишь, что они тут сделали так узенькие-узенькие улочки, как они летали. Да? Что, Макаров, холодно? Замерз? Да нет, ну... Та, сейчас можно разгладиться. Это утюг такой. Сейчас мы тебя под фонтан. Я в куртке, а рукава мокрая, я не вижу. Ну да. Нормально. Можем обрезать. Видишь, дяденька он с коротким. Это тюльпаны, что ли, цветут? Желтые. Ну да, похоже. Похоже. Вот ветерок вроде прохладный, а так жарко на улице. Какая-то бабушка стоит. Тихо. Стоять. Ну, она туда поворачивает. Идем. Жалко, что ветер. Смотрим, стадо овец. Где? А? Ух ты! Еще какие огромные. Еще огромные, да. А вон, смотри. Отдыхают. А вон все три бока ближе к краю, тут я не знаю. Та прям, ты шо? Это мы, наверное, на шашлык приехали. Это они, походу, нам на шашлык сейчас одного завалят. И будем мы. Красиво тут. Семейство Макаровых на прогулке. Смотри, все цветет. Там. А дерево какое. Вон детки возле речки сидят. Я не знала, что мы сегодня обедаем где-то. Ты знала? Нет, сюрприз. Так, мы хотели тебя сюда повезти. А-а-а. Вот этот замок, который, да? Ну, вот это персик, наверное, какой-то. Не-не-не. Ты же посмотри по дереву, как черешня. Это же сакура. Сакура. Знаешь, как черешня, видишь? Да, ствол как у черешни. Это как древовистый клетел. Да. Рододендрон это называется. А вот это обычная роза или нет? Желочки. Это тоже может так быть. О, пиво. А как пиво по-немецки называется? Пиво как по-немецки? Бир. Пиво. Не? Бир? Бир. 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 Ну, по-итальянски бирра. Так что. Так что все нормально. Не ошибешься. О, колокола начинает звонить. Ну, какая-то тетенька. Сирек тут много. Они отличаются. Я не устала. Так, нормально. Опять моего Мерседеса не туда поставили. Что-то я не пойму, блин. Паркуют, где хотят мои машины. То Порша туда поставили, то Мерседеса сюда. Для почтовые ящики такие еще старовинные. Ставни такие. Ух. Видишь, какие ставни? А потом мы пойдем поедим чизкейк. Ой, вода вообще зацвела. Так качок же снимаю. Они же это... Так, есть, да? Наверное, есть. Они по эту всю резку... Как это называется? Замок. Замок на воде. Замок на воде? Ты видишь? Немецкая Венеция. Проходим внутрь замка. Вот такие врата высокие. 1646, 16 век. Ты же смотри еще, как да. Старинная. Я. О,
Ой, а в этом замке так вкусно пахнет едой. Да, да. Я. Что ты говоришь? Вкусно. Замка. Замка. За это запахи хорошие. Так, так приятно пахнет. Я. Слышишь, Макаров? Я. О, верба стоит. Я, а то, наверное, не говорим. Не? Не. А как вы говорите? Не просто я. Просто я. Потому что я, у них это плохо. Это когда кто-то плохо, говорит. Типа бла-бла-бла. Да. А, бла-бла-бла. Окей. Okay. Вот как он. Я. Ну, видишь, жених и невеста он фотографируются. Да. Дружка нужна? Две. Так, четыре. Платье дома есть, если что, ехать 10 минут. Не хотят приглашать, они не гостеприимные. Пошли дальше. Все смотрят. А пахнет так, да? Все смотрят на них. Все у них свои, конечно. А как же? Молоденькая. Там, видишь, там вот виселица была, он там вешает. Дядя, вот это вот. Ну, наверное. Все может быть. За ноги не интересно. Давай. Приблизим им невесту. Молодые. Молодые, вы в кадре. В низине расположено все. Они еще не цветут, конечно, но. А птицы. Мост такой старинный, деревянный. Ты шо, Макаров? А кто ж тогда будет ватрушку королевскую пекти? Я что-то сладкого не хочу тут кушать. Я хочу свое испечь и их угостить. А то мы сейчас сладостей наедимся и будет нам. Ну, как это не было балкона? Балконы были. Они всегда были. Сейчас мы туда, там еще внутренний, еще один внутренний двор, похоже, да? Это же в том кране мы же, Илона. Готовь. Это она там работает, да? Да. И тут якась столова. Он уже в тарелки насыпают еду, да, для рабочих. Это кафешка. А, кафешка? Да. Ну да. Похоже, ресторан, а не кафешка. Потому что он уже меню какое-то. 7,50. Столы деревянные, красивые. Ну, туда зайди, там. Да зачем? Ну, посмотри. Да, это ресторан. Бокалы подвину, все. Качки кричать. Слышала? Да. И гуси. Че гуси? Ну, тут мы будем пить кохве. Выбираем какой столик? Вот этот? А, ну идем. Ну пошли. Тут, похоже, какой-то собачка живет, да? Не, на той улице пришла собачка, она может. А, да? А, я ж не знала. И я не знала. А, это они сами пекут, да, получается? А что вот это маковое? Наверное. Мне тоже так нравится. А то, скорее всего, лимонная такая, там бабка желтенькая. Угу. А ну-ка, ну-ка. Девочки, что-то вы заступили всю витрину. А, das ist Käse mit? Мон. Мон, das ist... Лили, будешь вместе? Ага, я. Мак? Да. Все-таки мак. Да. И хит.
bitte gerne ein Stück das. Käsekuchen? Ja. Ja. Ich würde Sie bitten. Wollen Sie draußen sitzen? Ja. Ja, draußen. Ich sage Ihnen, wie das heißt und Sie bestellen am Tisch. Okay. Okay? Okay. Also Käsemohn. Mhm. Käsemohn. Ein das. Das ist einfach Käsekuchen. Mhm. Das ist Zupfkuchen. Zupfkuchen. Auch Käse. Auch Käse. Aber Kakao im Teig. Ah, cool. Ну вот я такую вечером испеку, девочки. Выберите что-то другое. Маковый, да. Окей. Мон, да? Он даст. Мит какао. Он цу. Да. Кто-то еще будет? Кто-то еще будет торт? Ну, Макарову возьмите, конечно. Я заказала нам. Давай, возьмем больше. Один кусочек. Окей. Аух, даст. Das hier? Ja. Herrentorte? Ja. Вот я хочу знать, что вот это. Это ореховые с вишней или? Das ist mit Nuss. Genau, es ist ein Nussbiscuit mit Kirsch. Mhm. Да. Орех. Орех. Ну я так и поняла. Ein Stück. Ein Stück. Mit Sahne? Ja. Sahne? Das mit Nuss. Mit Sahne? Sahne? Cream? Ah, ja. Ja, bitte. Ist das А давай уже со сливками, господи. Их шмеки. Их шмеки. Их шмеки. Их шмеки. Das ist lecker. Да ладно, их шмеки. Вон она золотая. Мы проходили, сейчас она шевелится, а то мы проходили ее вообще непонятно было, что это. Там уже свадебная такая команда собралась, чемаленько. Но еще никто не пьет. Все трезвые, представляете? Тут велосипедная команда вся сидит. Куча велосипедистов. Все в белых маечках. А туда уже пошел лесочек. Горбочек, лесочек. Видишь, и скорые амбулансы стоят. Или это полиция? Нет, это амбулансы, это же скорая помощь, да? Ну да, похоже. Но очень много, кстати. А там в лесу, наверное, народ просто типа просто гуляет, пикник, да? Да, да, да. Да. Я извиняюсь за ветреную погоду. Показать, как немцы празднуют выходные дни. Везде где-то кто-то сидит. Но это первый денек такой, что можно действительно. Нет, без зонтика, тут, да? Когда и прохладно, тут очень много людей. Вон тебе уточка ныряет. Угу, пошла я. Пошла я до уточек. Так, Иринко, твои кроты сюда поприлазили. Ля. Что робиться? Забирай их давай обратно. Ура! Кричат, слышали? Поздравляют молодых. Ну, где-то она где-то нырнула, наверное. На гулянку пришла. На свадьбу пригласили. Я чувствую, что ты идешь и такое впечатление, что ты сейчас просто провалишься. Да, вот. Как по ковру. Как по ковру, да. Ага. Ну, сейчас мы тут все смотрели, оба тут есть. И там люди сидят, отдыхают. Да. А вон дедушка нас, на скамеечке, тихо сам собою. Може пойти посватати, Люб? Що він сам ото сидить, скучає? Велосипед на одного. Скучає. Так, зараз оставлю компанію. Розкажу. Жених, невеста сюди йдуть. О, зустрічаємо молодих. Зустрічаємо молодих. Ну, бачиш, не...
Никакое не белое платье, никакой фаты, никаких тебе. Просто. Все настолько просто. И посмотри, вот приглашенные на свадьбу. В чем они одеты? Все в кроссовках. Да. В кофточках. Ну, в общем, як мы вот это, знаешь. Что на свадьбу, что без свадьбы. Просто так. Какие-то шарики. Нету. В общем, нема изысканной одежды. Выпендрёжа нема, вот да, чего да, нема. Да, у нас. Да. Да. Он ходит каждый в классном костюме и в кроссовках. Стоит на трубке. В общем, как-то так. Походный такой рюкзачок. Вот дамочка беременная. Видишь, идет даже на свадьбе бывала. В черных колготках и платье с коротким рукавом, видишь. Ну, вообще. Яволь, яволь. А что такое яволь? Света, а что такое яволь? Хорошо. А, хорошо. Яволь, яволь. Це вилітає, лес копий. А ні, всього лише двоє. Це вони просто кричать так громко. Летять медленно, кричать громко. Маленький хотел. Вот эти цветы, это дайте. Нюхаем быстренько, потому что такие маргаритки. Может, не маргаритки, я ж такий ботаник. Ой, а петух, який красивый, но прям разноцветный. Ну. Короче. Ой, вороны каркают. Все движется. Семейная пара на одинаковых каталочках поехала.